Всем привет, дорогие друзья! У микрофона, как всегда, я Евген Бой, и сегодня я иду в гости к Лунтику, да, то есть к Бабе Капе, вот она там что-то постряпала, вот, и сегодня я к ней пойду в гости. Ну а перед просмотром моего видео я, как всегда, хочу проверить вашу реакцию. Успеете ли вы за одну секунду поставить этому видео лайк, подписаться на мой канал, ну и, конечно же, нажать на колокольчик. Ну что ж, если вы не успеете, ребята, это сделать, то я вас огорчу, вам стоит обратиться к доктору, потому что у вас, значит, плохая реакция. Так что я надеюсь, что вы успеете. Ну что ж, даю одну секунду и раз. Я надеюсь, что вы успели все сделать, то есть подписаться, поставить лайк, ну и, конечно же, нажать на колокольчик. Но если не успеете, то прямо сейчас это сделайте, да, ребята, иначе вам, ну, надо будет обратиться к доктору. Ну что ж, давайте пойдемте уже в гости к Лунтику. Так, сейчас я залезу, то есть к нему, да-да-да. Вот, там Баба Капа просто настряпала очень вкусно, вкусных печенек. И мы сейчас идем, поднимаемся. Так, Баба Капа, открывай, открывай. А, иду, так, чик-чик-чик. Заходи, заходи. О, привет. Все, проходи, Баба, я как Капа раз вот приготовила тебе вообще всего-всего. Так, ой, нифига, вот это тут пирожки. Да, вот мороженое, пирожки, тебе, это, а то еще бекон жареный. Ням-ням-ням. Нифига так, себе так. Так, что еще тут приготовлю кое-что, так. Так, ой, тут конфетки можно покушать. Так, а что, да, где, да, у тебя? Конечно. Где у тебя Лунтик? Лунтик внизу, проходи в его комнату, сейчас пойдем его проведаем. Так, да, давай. Так, ой, нифига, он какой огромный, смотри. О, а да, он, кстати, такой подрос, это я просто пирожки очень много. Вот ты себе тоже больше есть мои пирожки, если да, станешь тоже. А, кстати, пить. Где дедушка Шер? Ты не знаешь? Дедушка Шер, но он скоро обещал вернуться, он за пирогом поехал еще, чтобы, да, вечером реально было что покушать, да. Ну, ладно. Так, ну что ж. Так, а что тут у тебя еще есть-то? А, ну там много вкусностей, там мед, видимо, стоит. А вот что это с тобой? Что это с тобой? Ой, тебе плохо, что ли? Что, серьезно, мне похоже это... Ой. В смысле? Так я просто плохо выгляжу, да, сегодня мне как-то плохо очень стало, вот мне сейчас как-то температура даже поднялась, мне что-то очень плохо становится. Ой, я даже не могу смотреть, как ты ешь, мне даже становится плохо от того, что ты ешь. Плохо? Это, видимо, да. Почему? да, это, да не знаю, приготовила что-то, наверное, офигеть, съела не то, вообще мне как-то очень так, плохо. Так, чё, где дедушка Шер-то, где дедушка Шер? Дедушка Шер, он сейчас придет. Я пока что прилягу куда-нибудь. Ладно. Ну, не знаю, вот здесь где-нибудь пока что сяду. Прилягу, это дедушка Шер сейчас придет, и вы разберетесь как-нибудь, хорошо? Хорошо. Ой, что-то совсем я что-то как-то плохо. Эй, Баба Капа, ты че? Че с тобой? Ой, она да. Замолчала что-то она. Эй. Что-то. Надо срочно звать там Кузю, Вупсини, Пупсини, там Милу, Пчеленка. Вот. Я думаю, они где-то там играют, да. Сейчас я их позову так. А, ё-моё. Ай. Так, надо как-то спрыгнуть отсюда. Так, что с Бабой Капой-то произошло? Я даже не знаю, что теперь делать. Так, а вон, кажись, там где-то Кузя сейчас должен быть. Сейчас мы к нему побежали. Надо спасти Бабу Капу, то есть, да, ребята. Я даже не знаю, что... Так, все, надо туда забегать. Так, Кузя, там... Что случилось? Вупсини-пупсини. Короче, Бабе Капе стало плохо. Давайте. Ничего себе. Так, я сейчас вас тут всех найму, чтобы вы, ну, бегали за мной. Ну, хорошо, так, хорошо. А что нам нужно было сделать-то? Как мы ее вылечим? Что ей вообще... Я даже вообще не знаю, да, и вообще фигово. Ой, ну, в общем, надо ей как-то помочь. Ты знаешь, ты же доктором был, это, как ну, ее можно вылечить? Я был, да, помню. Да, и как вот мы ее лечить-то будем? Ну, что, я пойдем, даже не знаю, смотри. Давайте, ребят, все пойдем сейчас, пойдем смотри, поможем. Сколько, да, так, что, нужно травы какие-нибудь, цветки какие-нибудь собрать? А, понятно, давайте лечат их собирать. Так, вообще, пошли к дому Пчеленка, наверное, да. А, у него мы... там растут такие, да, нужные, понятно. Смотри, реально тут все, тут Мила, Лунтик, Вупсень, Пупсень, Пчеленок. То есть все тут собрались, чтобы помочь. Да, идем сейчас. Все, побежали все это, собирать будем. Ой, сейчас тут лава. Так как же мне ее пройти-то? А чё, ничего себе. А, нет, у нас этот, у нас пупсень поджёгся. Аккуратнее ему это. Да нет, всё нормально. Да. Так, тут какие-то сундуки есть. Так, сейчас надо, вообще как-то плохо. Надо вот эту пшеницу всю собрать будет для Бабы Капы, наверное. Да, так, давай соберем пшеницу, да. Все что-то подожглись. Так, ну.
Там вообще они пока что тушат лаву, чтобы тут ничего не горело. Ладно. Ну что, пошли пока это еще траву вот тут эти соберем, чтобы ну бабу-капу спасти. Всякие так, давай, вот это вот соберем, вот эти вот белые помогают. Давай вот эти. Это этот, по-моему, этот подорожник, да? Это голубой василек, в общем, я выщу, сейчас мы заберем. А подорожник его. Где? Нам нужен подорожник. Подорожник, он в вот. Деревьях. Наверное, нет. А, в деревьях? Не, ну он не в деревьях. Ну вот здесь, я сейчас его наберу где-нибудь здесь, вот тут, по-любому. Давай. Так, вот тут есть, да. Я тут тоже так. Все тут ломаю уже. Вот. Что-то железяки, это ничего себе тут механизм-то, конечно. Тут так, ловушка ничего. Вообще стоит, так что лучше сюда вообще где, не ходить. Где? Да вот здесь. Ты где вот вообще? Посмотри. Куда ты от нас отбежал? Я сейчас припрыгаю, так. Давай. Все, я уже прибежал, я здесь. Где ловушка-то? Так. Покажи нам ее. А, вот этот дом, я представляю, вот сейчас задел, короче. Да, я задел сейчас решетку, и тут вот эта вот штуковина захлопнулась. Ой, нифига себе. Я выскочить успел тогда вообще кое-как. Но так. Реально тут очень жестко. Ладно, давай еще тут. Добудем тут всякого. А, пошли к Корнеичу. Корнеичу? Наверняка... Да, давай пойдем сейчас. Глина там есть, которая там Бобби Капи. А, у него, да я знаю, он там добывает тоже целебную глину. Да, так, да. Остальные у нас не все, они пошли в Упсинь-Пупсинь, к себе домой побежали забирать, там у них тоже есть травы. Так, пойдем. А, Упсинь-Пупсинь-то? Да. Да, где это у этого у Корнея что-то у нас. Вон яма, я помню, где она. Вот здесь. Да, давай туда запрыгнем. Все, пойдем. Так, я поищу, вон тут какие-то бочонки стоят. Ну-ка, вот ну-ка, здесь. Ну-ка. Да, вот здесь есть где, бочонки где? Всякие. А у меня, вот у здесь, тебя? Вот смотри. О, да, давай. Вот они тут. Только стоят. Они что-то так, вот они отломаются. Вот, все, давай их заберем тогда сейчас. Вот давай, этот я тоже всякие, сейчас заберу. Да, бочонки тут заберем. Так, вот давай глины, еще глину один, заберем, да. Так, ну все, глину тоже все, собираем пошли, и идем. Да, пошли так. Лечить бабу-капу, да. Все, пойдем, быстрее, нам нужно помочь. Так. Давай, аккуратненько так, только давай, сейчас запрыгиваем. А что, где Пупсинь-Пупсинь-то, может их позвать, где они? Они прибегут, просто они сказали, еще что-нибудь возьмут, но мы и так вылечим. А, ну ладно. Вы там на своем языке что ли говорите, да? Просто я вас вообще не слышу. А, ну да, мы там на своем как-то общаемся. Ну хорошо. Да. Так, лунтик тут. Так, давай, так, поднимаемся. Все, забираемся. Так, давай. Вон Бабакапа лежит, смотри. Ой, ничего себе, да, и реально плохо. Давай быстрее, пойдем поможем ей. Тут бочонки всякие поставим, вот эти вот. Так, хорошо, давай вот здесь я тоже поставлю, вот за этой с глинкой. Так, все отлично. Так, пшеницу эту не убирай. Так, вот сюда я поставлю. Так, все. Все. Давайте помогайте там, я принесу снизу. Не, не хочется ставиться, а вот она поставилась. Так, все, и тут. Подорожником, да, Кузя, ага, сделай хорошо. Разряд, и вот так вот попрыгай ногами. Хорошо, давай. Получится. Давай, оп, и еще. О, все, кажется, начинается получаться, у него пульс появляется. Похоже, ей реально лучше становится. Да, так, все, давай, бери ее, короче, да. Хорошо, на руки. И не сильно пошли на кровать ее. Так, вот пошли, сюда. Да, на кровать ее отнесем. Пошли. Переложи эту кровать, переставь ее, а то она ляжет не так сейчас. Сейчас, а куда ее поставить? Да, так. Ну, вот как-то вот три кровати, короче, поставь вот сюда просто и все. Вот, хорошо. Да, так, сломай вот что-то вот. Тут. Так, все, сейчас все поставим. Ложи ее. Так, вот, сейчас положим. Ой, я сам на кровать улег. Ну-ка, стой, дай я попробую положить. На, держи, вот сейчас я тебе переложу ее, все, давай. Во, все, так, отлично. Все, да. Лежит. Так, надо дать отдохнуть пока что, пойдем на кухню. Да, пошли, кстати, поищем Пупсинь-Пупсинь, да, еще покушать тут надо. Да, вкусно, она так-то готовит. Да, вообще, ой, тут еще чем-то запить можно. Все, я тут пробегал мимо вашего дома и услышал то, что она сказала, то, что она отравилась тем, что приготовила. Да? О, нет. А мы как раз это все съели. Быстрее надо травы поесть. Быстрее пошли. Давай, пошли траву кушать, да. Да, пошли, сейчас мы вылечимся. Пошли траву. Так, а где Вупсинь-Пупсинь? Пошли их еще поищем. Я тут уже. Вупсинь-Пупсинь, они лаву вроде бы тушили. Они лаву как раз тушили и вроде бы чуть-чуть подгорели. Может, а вон они стоят, что ты мне не сказал-то даже? А, Пупсинь-Пупсинь стоят. Здесь. Ну ладно, пойдем. Они домой убежали, им лень стало. Вот лентяи, а Бобби Капи даже помогать не захотели.
Да, все да, понятно. Вообще лентяя. А, простите. Так, ну ладно, ну хорошо. Ну чё, поехали на тачке лентяя. Тогда, давай. А, ну поехали, съедем. Чё, куда поедем-то? Не знаю, садись вперед. Все, сажусь. А чё, мне за руль надо было? Да, за руль. А, хорошо, хорошо, сейчас сяду. Все, поехали. Так, ну давай. Так, чё, куда едем? Все, да не за... Ой, чё это с ней такое, ты не видишь? С машиной? Едет, да. Я не знаю, так у нас тут машины. Главное, ну, то, что мы себя, спасли эту бабу капу, ну ты понимаешь? Да, самое главное, что мы сейчас спасли вообще бабу капу. Да. Вообще. В общем-то, ребята, на этом все. Не забывайте подписываться на мой канал, ну а также ставить лайки. Ну, у микрофона был я, Евген Бой. Мы сегодня спасли бабу капу. Всем удачи и всем пока-пока.